Николаевск на связи. Немного о событиях. Аномальная жара, накрывшая город на несколько дней, сменилась комариным сумраком, и вновь погода поворачивает лицо в сторону солнца. Жара на солнце доходила до того, что возле отделения терапии от перегрева бахнул легковой автомобиль. И все же в такие температурные скачки очень радует факт того, что всегда можно искупаться в горячей ванне или принять освежающий душ. По городу прошел слух, что горячая вода скоро будет отключена, но это не так? Редакция «Николаевск на связи» выяснила этот вопрос. В этом сезоне имела место задержка опрессовки сетей водоснабжения в связи с подключением к городским сетям спортивного комплекса «Ледовый каток». Вниманию жителей города. Горячая вода в этом сезоне будет отключена с 8 часов утра 1 августа и до 17 часов 13 августа. Информация получена от отдела ЖКХ при администрации Николаевского района. Далеко не безболезненным оказался прошедший 2017 год для животного мира Николаевского района. Все помнят десятки рыбных заездков и сотни диких бригад, неистовые и практически бесконтрольно ведущими жесткую борьбу с идущей на нерест рыбой. Все помнят пир во время чумы, когда прилавки магазинов мегаполисов ломились от рыбы, в то время как вся рыба, идущая на нерест, практически вся рыба, зашедшая в реку Амур, была варварски выловлена, упакована, загружена на фуры и вывезена. Прошло 4 года. Это природный цикл воспроизводства рыбного стада лосося. Лосось, шедший на нерест 4 года назад, в этом году должен был обернуться нагулявшимся стадом. Увидим ли мы красную рыбу в этом году? Какой будет путина 2021 года и будет ли она вообще? Но вот животный мир уже ощутил бескормицу на себе. Рыбы нет, леса выкошены. И что делать прайду бурого медведя? Медведица с двумя медвежатами, прикормившимися в Нижнеамурской деревне? Вот и снова, как в недалеком 2017 году, выходят медведи к людям в поисках съестного. Добросердечные красносельчане подкармливают косолапых, что на самом деле, хоть и говорит о доброте душевной человека, но весьма небезопасно для самого человека. Никогда не знаешь, как отреагирует дикое животное. Жители поселка прислали в редакцию ТВ-блога «Николаевск на связи» оригинальный видеоматериал. Внимание на экран. Давай покормим, он завтра придет. Я знаю. Шел отсюда! Шел отсюда! Уйди оттуда! Уйди отсюда, он рванет и покалечит еще тебя. Как он залез, блядь? Надо калитку открывать. Они через забор. А вот эти маленькие. Упшу отсюда. Да, надо еще выйти. Давай, давай, чеши отсюда. Надо калитки открывать. Ты его отсюда зря шуганул. Но. Туда, заходи, заходи за сарай. Сега, загоняй. Как стало известно, 14 июня в районе бывшего РСУ произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками ДТП оказались подержанный универсал из Японии и армированный бетонный столб. We'll be right back.
Универсал, налетевший на этот столб, разбился вдребезги. Водитель отделался легким удивлением. Водители, будьте внимательны при управлении автомобилем. ГАИ напоминает, правило быть трезвым за рулем актуально для всех. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что вы смотрите новостной ТВ-блок «Николаевск на связи». Жизнь города, события города, живые новости, живые события, живое видео. Подписываемся сами, подписываем друзей, ставим колокольчик. Присылаем видео и вопросы. Сделаем жизнь Николаевска на Амуре лучше. С вами Аэлита Леонова. Николаевск на связи.